Я поручил 100 заданий популярным ютуберам, но за каждое выполненное задание ютубер получает реальные деньги. Итак, прямо сейчас передо мной скретч в паркуре, который состоит из 100 тысяч разных блоков. И за каждый блок, который ты будешь пропрыгивать, ты будешь получать 1 рубль. Стой, подожди, то есть ты хочешь сказать, что если я пропрыгаю каких-то 100 тысяч блоков, то я получу 100 тысяч рублей? Да? Я согласен. Таймер запускается через 3, 2, 1, поехали! Окей, у тебя есть ровно бесконечное количество времени, чтобы просто прыгать и не умереть. Все, ты заработал уже много рублей. Да, я стану богатым. Ты заработал уже 23, 24, 25 рублей. И у тебя еще огромное количество блоков на этой карте. И ты можешь заработать очень-очень много денег. Мне скоро хватит на доширак. И прыгай по уточкам и не выпендривайся. Сейчас, подожди. Я все делаю максимально осторожно, потому что на кону много денег. А пока я только на маршрутку заработал. О, боже мой, не могу поверить. Стрэч, остановись. Ты только что преодолел рубеж. 50 рублей. Поехали. Опа. Сейчас все будет. Опа. О, я приловчился. Нет. Стой, серьезно? Окей. Он заработал уже 58 рублей. И у него еще огромнейшее количество блоков, которые он может пропрыгать. Но знаете что? Это, наверное, будет долго, поэтому мы к тебе еще вернемся. Прямо сейчас передо мной стоит фикс-плей. И для начала тебе нужно выбрать цвет. О, боже мой, не знаю. Ну, давай красный пускай будет. Теперь, когда ты выбрал цвет, тебе нужно ломать его на этом огромном кубе, который меняется каждые 3 секунды. А за каждый сломанный блок ты получаешь 100 рублей. Так, подожди, а что будет, если я сломаю другой блок? Ты все потеряешь. Ох, черт, ладно, это надо делать очень осторожно. Как это делать каменной киркой, я вообще не понимаю. Каждых 3 секунды куб будет меняться. Давай, ты заработал 100 рублей. Второй, есть, хорошо. Окей, будь осторожен, не торопись. Каждые 3 секунды куб меняется. Тебе нужно ломать только красный цвет. Хорошо, зарабатываю. Ты сейчас обанкротишься, чувак. Аккуратненько. Опа, 12, уже косарик получил. Спасибо, Тумка, за меня почаще. Такое ощущение, что мы тут просидим 3 часа. Самое интересное, что куб со временем будет ускоряться, и у фиксплея не так уж и много времени, так что копай свои деньги. А, серьезно? Я-то думал, все будет так просто. Короче, я сейчас хочу жестко рискнуть и заработать сразу 2 сотки за раз. Я попробую сломать 2 красных блока. Не знаю, успею или нет, так, надо поймать удачный момент. Вот он, удачный. Ломаю, и второй. Я успел, я оба сломал. Ты меня обанкротишь. Да, чувак, я тебя обанкрою. Ура, он сколько ты заработал? 3900 рублей на базу. Прямо сейчас передо мной стоит домер, и вокруг тебя 99 ненастоящих Стивов, и среди них один настоящий. Твоя задача узнать, кто сотый реальный человек спрятался среди этих фейков, и у тебя всего 5 попыток. Серьезно? Подожди, из 100 человек найти одного? Да. Самое интересное это то, что прямо сейчас, если ты с первого раза угадываешь, ты получаешь 50 тысяч рублей. Если угадываешь со второго раза 40, потом 30, 20, и если ты вообще не угадаешь 5 попыток, ты ничего не получаешь. Я согласна, играю. Играем на все, что есть. Ну все, полетели! Сейчас я заработаю дофига денег. Здравствуйте, дорогие. Кто из вас подозрительно двигается? А че вы такие все? Самое интересное, что вокруг него так много реально этих клонов, что я сам не знаю, где реальный человек. А знаешь, что я понял? То, что они выше меня. То есть мне нужно найти человека, который такого же роста, как и я. Ты меня пугаешь. Я тебе отвечаю. То есть ты хочешь сказать, что рядом с тобой 99 клонов, и среди них ты будешь искать одного, который ниже ростом? Да, такого же роста, как и я. Ержан, ты где? Выходи! Ержан! Во, вот он, стоит. Куда? Вот он. Ты ошибся! Окей, первая попытка потеряна. У тебя минус 10 тысяч рублей. Прямо сейчас на твоем искусственном балансе 40 тысяч рублей, братан, они твои. Так, кто же из них подозрительно двигается? Во, вот он. Подожди, это он. Вот он. Сейчас, я его потерял! Честно, я даже не знаю, кто из них настоящий. Я думаю, это будет очень тяжело. Тут очень много людей. Так, где наш домер? Что ты увидел? Да ничего я видел. Толпу мужиков увидел. Просто я один среди 100 мужиков, а? А вот это? О, ты только что потерял еще одну попытку. Минус 10 тысяч рублей. Мне показалось, что он блок в руки взял. Я думал, я уже спалил его. У тебя на счету 30 тысяч рублей прямо сейчас. Если ты справляешься, ты забираешь их себе. Давай выработаем какую-то стратегию. Так уж и быть, я тебе помогу. Вот смотри. Вот этот настоящий, как думаешь, или нет? Он нет, он выше тебя и выше меня. Но осталось только 99. Эй, мужик, попрыгай. Если ты меня слышишь, прыгни. Я не знаю, кто среди вас настоящий, но у меня
меня на балансе сейчас 20 тысяч. Давай, всматривайся в движение, резкое движение. Кто настоящий, подойдите ко мне. Кто подойдет, того выбираю, давайте. О, вот он, вот он. О май гад, ты потерял еще 10 тысяч рублей, все. У тебя 10 тысяч на балансе и ровно одна попытка, чтобы угадать. Прыгни, ПЖ, если ты тут. Да не будет он прыгать, камон, никто не... не прыгай, не прыгай, нет, почему ты прыгнул? В смысле, кто прыгнул, где? Я великий слепой. Нигде, нигде. О, вот он, вот он, стоять, куда побежал? Стоп, 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 деньги уходят. Он прыгнул, зачем ты прыгал, пожалуйста? Пожалуйста, домер потеряй его, окей, мне кажется, домер его потерял. А где он? Он рядом по-любому, мегатык, мегатык. Нет, ты проиграл. Ты заметил, ты реально его заметил, но нажал не на того. Прямо сейчас передо мной ютубер Нойзи, и мы с ним будем устраивать обыкновенную битву, но каждый раз, когда он будет меня убивать, он будет зарабатывать 5000 рублей. Так, ну что, смотри, обратный отсчет, 3, 2, 1, начинаем. По сути, ты сейчас дерешься за 5000 рублей, каждый раз, когда ты будешь меня убивать, ты будешь получать 5000 рублей, но дай угадаю, ты не выиграл. Это система ПВП дурацкая. Чтоб ты понимал, ты потратил мне 1.5 хп. Итак, раунд номер 2, начали. Давай, Нойзи, позадаю тебе пока вопросов, поотвлекаю тебя. Как тебя зовут, сколько тебе лет? Меня зовут Игорь, 21 годик, даю по шее Тумке. Стой, 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 окей. Значит так, сосредотачиваемся с помощью топора, как учили в детстве. Слушай, да ты опять мне сейчас выиграешь, походу, я не знаю. Делайте ваши ставки, сможет ли он убить меня хотя бы один раз. Тихо, тихо, это уже, ой, это уже сильно. Как насчет того, чтобы прямо, тихо, сейчас ты умер. Да как, как, сколько тебя можно колупасить? Ну что, ребят, остался всего один раунд, и у меня одна возможность заработать хотя бы 5000 рублей. Ну что, давай, попробуем, попробуем. Давай, давай, я сомневаюсь, правда, что ты сможешь заработать хотя бы их. Чтобы вы понимали, я реально потею, потому что я понимаю, что если я проиграю, я должен буду потратить на это деньги. Поэтому я потею, как не себя. Итак, сейчас будет легендарная 3-0. Давай, Нойзи, покажи всем, что ты умеешь. Да ты достал, как играть в Майнкрафт. Скажи это мне кто-нибудь. В смысле, как играть в Майнкрафт? Подожди, я тебе покажу через 3, 2, 1. Но! Я не могу, это очень тяжело. Далее я пригласила ютубера Шегичи. Тебе нужно просто стрелять по мишеням, да, тут. За первую мишень ты можешь заработать 1 рубль, затем 10 рублей, 100 рублей, 1000 рублей. За пятую ты можешь заработать 10 тысяч рублей и за последнюю 100 тысяч. Но ты в целом не волнуйся. Получается, что нашу первую мишень всего за 1 рубль. Да, тебе просто нужно попасть, как бы вроде ничего сложного. Давай, с первого раза, если ты потеряешь 1 рубль, это будет грустно. Так, ты может отойдешь, а то по тебе попаду. Окей. 1 рубль в моем кармане. Есть, ты только что заработал 1 рубль. На что его потратишь? Я? На машину. Хорошо, второй уровень уже 10 рублей. Слушай, ну я так миллиардером ведь стану. Давай, давай, почти на печеньку, давай. Второй рубль прямо сейчас, если ты в него попадаешь, печенька твоя. И бау. Окей, поздравляю, третий этап. Ты близишься к 100 тысячам рублей. Да подожди, еще рано, рано. Мы пока что на 100 рублях остановились. Теперь он уже гораздо сложнее, потому что мишень все меньше и меньше. Посмотрите на эту картину, Шегич, давай, стреляй в третью мишень. Окей, окей, я верю, что все получится. И есть! Окей, 100 рублей твои. Ты официально можешь купить себе буханку хлеба? Может, я все-таки заберу приз и уйду? Давай так, смотри, тебя ждут еще реально крутые призы. Ты реально хочешь забрать 100 рублей? Ну да, хотя бы не с пустыми руками уйду. А ну стреляй дальше. Ладно. Дальше ты целишься на мишень за 1000 рублей. Мишень все меньше, а приз все больше, поэтому нужно стараться и... Да ладно, хорош! Ты забрал себе 1000 рублей, окей? Вот это уже становится страшно. Тебе остались 2 последние мишени. За 10 тысяч и за 100 тысяч рублей. Хорошо, я уже чувствую, как я сегодня пойду угощу всех в ресторане. Ты сначала в мишень попади. Давай, давай, я смогу. И... Да ладно, серьезно? Окей, вот это жесть. Ты получил себе 10 тысяч рублей. У тебя осталась одна мишень на 100 тысяч. Может, все-таки просто могу собрать? Если ты попадешь, я честно буду в шоке. Пожалуйста, не надо. Окей, получается, что это самый ответственный момент в моей жизни, потому что я никогда не выиграл 100 тысяч рублей. Фух. 3, 2, 1. Нет, 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 нет. Нет,
это все построено, я отказываюсь. Как хорошо, что деньги при мне. Кстати говоря, если вы тоже любители игр и хотите поиграть в реальные популярные, классные игры, то попробуйте зайти на сайт GGSell, ведь это торговая площадка, на которой на протяжении 6 лет уже заботятся о безопасности своих клиентов и предлагают только лучшие условия. Причем я серьезно, на сайте GGSell вы можете купить ключ Майнкрафта, Java или Bedrock намного дешевле, чем на официальном сайте. А если вы хотите зарубиться в другие игры, то на сайте много интересных предложений и выгодных акций. Как только вы определитесь с товаром, вам нужно просто выбрать подходящего продавца, смотря на хорошие отзывы и описание товара, после чего вы можете смело покупать игру и даже не переживать, что вас обманут. На сайте присутствует продвинутая поддержка пользователей, при помощи которой продавец не может вас обмануть, ведь он просто не получит свои деньги, пока вы не проверите товар. Ну а если вдруг с ним возникнут какие-то проблемы, к примеру, ключ не работает или данные от аккаунта оказались неверными, вы можете сразу обратиться в поддержку, которая моментально вернет ваши деньги обратно, поэтому играйте в свои любимые новинки и популярные игры вместе с GGSell по ссылке в описании. Меня удивляет тот факт, что Scratch продолжает прыгать, еще не упал, он заработал уже 7219 рублей, все, сколько блоков я потерял за счета! Я куплю себе новую комплюктерную мышку, если честно, мои руки уже дрожат, все вспотело, я думал это будет проще. Мне нужен отдых, я хочу пить, я устал, я не могу. Я сам устал уже за тобой смотреть, ребята, чтобы вы понимали, он уже полтора часа прыгает на этих блоках, Scratch все еще пытается заработать. Он заработал уже 28 тысяч рублей! Итак, Зимон, прямо сейчас перед тобой появился зомби. Это босс зомби-апокалипсиса, который будет тебя убивать! И что же мне нужно делать? Тебе нужно продержаться более 5 минут и не умереть от него. Но с каждой секундой он будет становиться сильнее. Окей, я думаю, что я постараюсь с этим справиться, чтобы выиграть. Чтобы ты понимал, я выдал тебе самую лучшую возможную броню, но не уверен, что тебя это спасет. Окей, у него есть какие-то, скорее всего, суперспособности, да? Он просто... Офигеть, что? Что он делает? Это что такое за землетрясение он тут возводит? Он умеет поднимать блоки в небо, он умеет спамить своих приспешников, и это еще не все. Он начинает рычать. Ё-моё, он призвал каких-то своих зомбаков. Какие зомбаки? Это скелеты! Это, ну, раньше были зомбаки, сейчас скелеты. Все циклично. Ай-яй-яй-яй. Так, а их вообще уничтожить можно, интересно, или нет? Уничтожить их можно, но тебе нужно продержаться и не умереть. Пока что ты выжил 53 секунды. Братан, я справлюсь с этим заданием 100%. Какой бы это зомби не был. Окей, окей, окей. Он очень медленный пока что для меня, ребятки. Я быстрее всех, даже скелетов и зомби. Но, тем не менее, он призвал еще скелетов, гляньте. Самое интересное, что с каждой минутой он будет спавнить все больше и больше приспешников. И это только начало. Окей, друзья, у меня осталось половина хп. И меня прямо сейчас фигачит этот зомбарь. Самое интересное, что он стал больше. Он рычит, он увеличивается каждую минуту. Это очень, друзья, очень плохо. Томка, что ты тут мне придумал? Я тебе обещал, что он будет становиться сильнее. И он не только сильнее, но еще и больше. Я не знаю, как мне спастись. Он действительно стал просто гигантским. Окей, друзья, просто полтора хп осталось. Полтора хп. Офигеть, он огромный. Ты пока разговариваешь, он увеличился. Боже, посмотри на него. Ё-моё, просто жесть. Это самый огромный зомби, который я видел. Он ходит по деревьям. Он пытается тебя выловить. Я не знаю, по-моему, он видит меня из любой точки на этой карте, в этом Колизее. Я просто тут никак не могу спрятаться. Должен сказать то, что Зимон пока что ты прожил 3 минуты 42 секунды, и у тебя есть еще 1,5 минуты. Давай, братишка, я в тебя верю. Вероятность того, что я выживу, очень маленькая, но я на это очень надеюсь. У меня осталось 1 хп. Ребята, у меня осталось 1 хп. Спасибо всем, кто за меня болел, но чувствую, сегодня этот зомби меня просто размажет. Такое ощущение, что он не перестает увеличиваться. Он тебя догоняет, что? Пол хп. Нет. Зимон, держись, Зимон, держись. Ну, так тоже, друзья, бывает. Что ж, я сделал все, что мог. Прямо сейчас передо мной стоит Юни, и у тебя будет интересная задача спрятаться от 100 голодных игроков, которые попытаются тебя убить. Это вообще возможно? Это возможно, но у тебя будет 3 минуты. Если ты умрешь спустя 3 минуты, ты потеряешь 10 тысяч рублей. Ну, в целом, это возможно. Мне есть назрить твою броню. Только у тебя нет совершенно времени, быстрее! Ну, ты не предупредил! Вы посмотрите, какой хаос. 100 голодных игроков охотятся за одним ютубером. Юни, быстрей! А как мне дерево добыть, если они за мной бегут? Никакого дерева! Быстрее! Уже 100 голодных игроков за тобой, они выехали. Они все тебя ищут. Умри! У меня получается... А подожди, у них есть какие-то ресурсы. Конечно, ресурсы. Они добывают ресурсы так же, как и ты. Но у тебя назеритка, у них нет ничего. Зато у них есть голод, и они будут тебя убивать. Отлично, у меня уже 3 булыжника и 2 андезита. Слушай, мне пока это нравится. 3 минуты, Юни, 3 минуты. Нужно продержаться, 3 минуты. Давай, осторожней. О, боже, они меня в ловушку сюда...
Нужно продержаться 3 минуты и 10 тысяч рублей твои. Давай. Они собирают ресурсы. Некоторые от тебя ушли добывать ресурсы, чтобы вернуться к тебе с мечами. Они меня не найдут. Итак, ты 1,5 минуты и уже живешь. Осталось еще столько же. Что ты планируешь сделать? Да я лодку хочу сделать. Но мне нужно добыть еще одно дерево. Я думаю, Ярик не даст тебе добыть дерево. Бедный Ярик. Почему нужны одинаковые бревна, черт? Никто не дает Юни сегодня скрафтить. Давайте, ребята, атакуем. Вы посмотрите на эту картину. Юни, а за ней огромное скопление народа. Нет! Молодец! Мне сломали лодку. Вот это жесть. Сколько тут людей? Давай, тебе нужно продержаться еще 60 секунд. Но тут люди готовятся, крафтят лодки. У меня пол хп. Отсчитывай время, пожалуйста. У меня осталось 3,5 сердечка. У тебя осталось ровно 25 секунд. В принципе, у тебя есть все шансы. Сзади уже летят с лодками. Давай, поплыви еще немного. Лодками. Итак, у нас 7 секунд. 6. Давай, давай. 5. 4. Он поплыл. У него просто нет оружия. Сломала его лодку. Все. Лодка моя должна быть! Молодец, ты только что прожила целых 3 минуты! Итак, передо мной ютубер Градус, и прямо сейчас ты находишься в огромном невидимом лабиринте, который, если ты пройдешь до конца, ты получишь 10 тысяч рублей! Ого, погнали! Я готов! Окей, я погнал. Мне кажется, я очень хорошо начал. Чтобы вы понимали, вот как все вижу я, и сейчас я вам покажу, как все видит Градус. У него абсолютно ни одного блока нет! А, слушай, я могу не на шифте бегать, правильно? Бегай как хочешь, братан, время тикает, часики тикают, быстрей! Я уже заблудился, кажется. Куда я шел? Ты находишься ровно посередине между началом и финишем. Я не могу найти блок, который мне нужен. Где я? Я кажется, иду назад. Ты как будто просто танцуешь в воздухе и наоборот возвращаешься к началу. Так, вот здесь я правильно шел. Вот здесь я правильно шел. Потом вот где-то вот так вот, кажется. Самый угарный то, когда выглядит у меня, потому что он ничего не видит, он не понимает, куда ему идти, и вернулся почему-то в начало. Куда я там тепал? Не, на F5 тоже не очень хорошо. На F5 не очень хорошо. Так я не успею, наверное, дойти за минуту. Я уже все, я не чувствую воздух. Итак, Градус, совсем близок. У тебя 33 секунды, так. На что ты потратишь 10 тысяч рублей? Я куплю себе машинку игрушечную на пульте управления. Стоп, а тут прыгать можно было? Нет. Я же успеваю, я еще успеваю. Сколько у меня секунд? У меня есть еще 20 минут в запасе. У тебя есть ровно 10 секунд. И прямо сейчас, дорогие друзья, посмотрите, что он на самом деле, он очень-очень близок, но он не знает, куда идти. Нет, 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 шансов все меньше. Шансов. Я не успеваю. 3, 2, 1. Я не успел. Ничего, Градус. 10 тысяч отдам кому-то другому. Итак, прямо сейчас со мной Слава Корби, и он держит в руке несколько шариков, которые ему нужно будет надувать. За каждый шарик ты будешь получать 500 рублей, но у тебя ровно 3 минуты. О боже, я готов это сделать. Так, в смысле, время пошло? Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, у тебя есть менее 3 минут, уже 3 секунды прошло, ты еще не надул один шарик. Давай. Подожди. За каждый надутый шарик он получает 500 рублей, но он пока что не надул ни одного. Давай, мы в тебя верим, Слава Корби. Какой у них лимит? Я не знаю, до скольки их надувать. Прямо до конца, прямо до конца. И завязывай шарик. 500 рублей за каждый шар. Вот, сойдет, сойдет, сойдет. Все, я готов. Никогда их не завязывал в своей жизни. Хотя бы 500 рублей, я хочу кушать. Мне кажется, он только что заработал 500 рублей. Нет, еще нет, ты че? Подожди, подожди, подожди. Сюда, первый. Он только что заработал 500 рублей. Окей, первый 500 рублей в копилку, давай. У тебя еще много времени, ты должен успеть. Посмотрите, как он поет, посмотрите, как он сходит с ума, завязывает зеленый шарик. Вы, конечно, в правила это не вносили, но если шарик лопнет, ты все теряешь. Ну, серьезно? Я это придумал только что. Теоретически у него много шариков, поэтому он может заработать много денег, но времени у тебя мало. Осталось меньше 2 минут. Я не могу его завязать, я не могу его завязать. Стой, пожалуйста. Он только что сдулся. Зеленый у меня никогда не шел. Желтый всегда у меня идет, всегда получается. Давай, как лимон, как лимон. Третий шарик надувает, а нет, второй вернее. Да черт! Итак, Слава Корби, пока ты надуваешь шарики, на что ты потратишь первые 1000 рублей? На, покушать сюда! Красный идет, у меня есть еще красный. 1000 рублей у него в копилке, но у тебя осталось 1 минута и 25 секунд. Слава Корби, расскажи нам, как у тебя сегодня прошел день. Давай, поговори со мной. Скажи, как у тебя дела? Отлично, ты пойдешь тратить 1000 рублей. Подожди, подожди, я готов. Я готов сделать 1,5. Нет, 1,5 это уже другое дело, это уже другой уровень. Сюда могу еще успеть, завязал, завязал. Хорош, 1500 рублей у Славы Корби в кармане. Но есть одна небольшая проблема. У тебя 30 секунд. Посмотрите на Need for Speed, посмотрите на эту Феррари. Он ускоряется, Ламборгини в самом деле. Да зеленый самый отвратительный, господи. Все, я не буду на него тратить время. У тебя 18 секунд, успеет ли Слава Корби надуть шарик за 18 секунд? Давай, быстрее, 15 секунд. Больше не дуется. У тебя 10 секунд, давай, завязывай быстрее. Давай, давай. 7, 6, давай, 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 давай. 5, 4, 3, 2, да, сюда!
Это было хорошо. Итак, дорогой Райан, для тебя я подготовил интересное задание. Твоя задача — пробраться в мой дом, пройти через все эти препятствия. И если ты это сделаешь меньше, чем за 3 минуты, ты получишь 10 тысяч. 3 минуты? Вот туда вот пробраться? 2.58. А как? А, помогите! Давай, ты справляешься, окей, перед тобой TNT. Будь очень осторожен, хорошо? Тут стражи, аккуратно. Тут какая-то дырка. А, я застрял, помогите! У меня почему-то этой лестницы не ставится. Окей, Райм, я советую тебе поторопиться, потому что тут огромное количество TNT. О, мой гад, они близко. Райм, TNT близко! Да я все сломал! Райм, у тебя несколько секунд. Быстрее, TNT взорвется через 5, 4, 3, TNT! TNT! Нет! А, нет! О, он не взрывается. Тебе очень сильно повезло. Так, ладно, побежал дальше. Я не понимаю, что мне делать, у меня мало жизней. Вся страна у экранов. Райм преодолел почти половину карты, преодолел робота, и сейчас он приступает к слизням. Самое интересное, Райм, это то, что пока ты там отдыхаешь и прохлаждаешься, я нажму на одну кнопку, и теперь у тебя начнутся проблемы. Ой, нет, не надо мне проблем таких. Как отсюда выбраться? Это что, получается, я все, да? 10 тысяч забрал разоритель. Итак, прямо сейчас передо мной ютубер Фиф, и у него будет 6 вопросов, на которые ему нужно ответить. За каждый вопрос ты получаешь 1 рубль, 10, 100, 1000, 10 тысяч и 100 тысяч рублей! Давай, я уже готов отвечать, я уже прям реально готов. Первый, так сказать, бронзовый вопрос на 1 рубль. Нормально. Так, сколько пикселей занимает рот Фуфыва? Подожди, а теперь очень важно, я могу смотреть, да, считать? Конечно, братан, конечно! О, поехали! Давай, считай! Итак, первый вариант ответа: у тебя 15 пикселей, 21 пиксель, 13 или 18 пикселей? Так, короче, если не считать губы, то тогда получается 18. С губами там будет побольше, поэтому... Хорош! Ты только что заработал 1 рубль, и мы переходим ко второму заданию. Второй вопрос на 10 рублей. Давай. Какой самый популярный ролик на канале Фуфыва? Слушай, называй мне вариант ответа, где я закрыл 100 игроков в унитазе. Первый вариант ответа. Я закрыл 100 игроков в унитазе. Я закрыл 100 игроков построить мне дачу. Я закрыл 100 игроков в коробке, но победитель получит бан. Или я закрыл 100 игроков, но начался зомби-апокалипсис. Естественно, я закрыл 100 игроков в унитазе. Опа! Поздравляю, ты только что заработал себе почти на буханку хлеба. Следующий вопрос уже будет поинтереснее и посерьезнее на 100 рублей. Какое слово загадано на ребусе от Тумки? Итак, прямо сейчас скинул тебе ребус, который тебе нужно разгадать. У тебя есть 4 варианта ответа. И первый... Монитор. Я же еще варианты не сказал. Ну монитор, там все логично, это слишком легкий какой-то ребус. Монитор там. Окей, Фы-фы угадал, хотя я еще даже вариант ответа не сказал. Тогда выбирай первый ответ. Первый вариант ответа, поехали, нажимаем. Проходим дальше. Слушай, ну пока что что-то вообще как-то слишком легко. Окей, ты хорош. Ты уже заработал себе 100 рублей, и это вопрос на 1000 рублей. Читай. Какой игрок выиграл денежный приз в самом первом ролике, где участвовали подписчики? Ну тут нужны варианты ответа. Я так, если честно, не вспомню. Этих видосов столько было. Первый ролик на твоем канале, в котором ты раздавал призы подписчикам. Я называю тебе 4 никнейма, и тебе нужно понять, кто из них выиграл приз. Первый человек — это Эйзи, потом Панчей или Крэг J123 или Данческий. Я не помню вообще, ну пускай, слушай, вот почему-то прям интуиция мне подсказывает Панчей. Прямо сейчас, если ты правильно ответил, получается, ты заработаешь и ты идешь на 10 тысяч рублей. Погнали, нажимаю. Так, сосредоточься свои мышцы. Нет! Ты забыл своего первого подписчика, это был Крэг J123. Мне начинает казаться, что Скрэч дойдет до конца паркура, потому что он почти дошел до конца. Ему осталось всего лишь 200 блоков, и ты заработаешь 100 тысяч рублей. Знаешь, я до сих пор не представляю, как я еще не упал. Мои пальцы уже отсохли. Они автоматически нажимают на пробел и прыгают. Мои глаза несколько раз уже видели, как он чуть не упал. И знаете что? Лучше бы ты уже упал, потому что я устал за этим смотреть. Да, сейчас очень хардкорный момент, но я готов. Подожди, здесь нет нигде барьеров. Так, ну чё, погнали, ёп! Ну куда? Ребята, вы не представляете, что я сейчас ощущаю. Блин, Тумка, я прошу, дай мне, пожалуйста, второй это шанс. Это жесть, ребята, чтобы вы понимали. Он пропрыгал просто миллиард разных блоков, но не смог дойти просто на последнем этапе. У меня слезы наворачиваются, я не могу, я реально... это очень обидно. Окей, тихо. Смотрите, ребята, я думаю, несмотря на то, что Скрэч проиграл, мне придется реально это сделать. Скрэч, все-таки ты был крут, поэтому ты заработал 100 тысяч рублей. Чего? А ты
Ты реально? Ты сейчас реально говоришь? Это было долго, это было круто. Ты это заслужил. У меня нет слов, но... я реально потратил на это кучу времени. Я думал, что я сейчас просто-напросто уйду плакать. Короче, дорогие наши зрители, подписывайтесь на Скретча. Он старался.